Всем привет, это Эльдор. Сегодня мы узнаем, насколько хорошо я знаю своих одноклубников. Неплохо танцует лезгинку, держит мяч в стиле Месси, обладатель Кубка России. Неплохо танцует лезгинку. Я еще не видел, кто-то танцевал. Подскажешь, может? Летом переехал, да, клуб? Ну, из аренды. Мирзов? Мирзов, да? Второй. Два раза выиграл Кубок России, играл вместе с Ито и Роберто Карлосом. Ранее уже играл за Ростов. Это получается Ванжи, да, играл? Ванжи играл у нас Паршевлюк, наверное. Но он не с Ито играл. Еще кто играл? Защитник, да, получается? А, все, Логашов. Хорошо, да. Третий. Вступает на позиции полузащитника, любит путешествия в ОИ, нравится UFC. Это, конечно, Аяс. А тебе нравится UFC? UFC, да, я смотрю иногда. Берешь. Четвертый. Долгое время играл за Зенит, обладает хорошим пасом, восстановился после тяжелой травмы. Это Юсупов, наверное, да? Да, пятый. Любит прокидывать мяч между ног соперника. Я уже больше не буду продолжать, это Паршевлюк точно. Нет? Как? Кроме Паши никто не любит этого дела между ног. Да нет. Был одним из лучших бомбардиров ФНЛ. А, все, Скопа, да? Скоп. Шестой. Оформил дубль в важнейшей игре в прошлом сезоне. На родине сравнивает с Месси, любит украшать друзей пловом. Это я. Кто ты? Ну, это я. Хорош. Значит, хорошо знаю, да, на клубе?